Совсем скоро на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Горький 53». По сюжету идет 1953 год. Из-за массовой амнистии в СССР напряженная криминальная обстановка. В это же время в родной город Горький возвращается освободившийся из тюрьмы Иван Астафьев, бывший командир разведвзвода. И тут же становится жертвой нападения бандитов, а затем и ложного обвинения в избиении нападавших. Из беды выручает довоенный знакомый Ивана капитан Шведов, который устраивает его на работу в спортивное общество «Динамо», обучать милиционеров рукопашному бою. Но вести мирную жизнь не получается. Иван оказывается втянут в круговорот жестоких преступлений, в одном из которых убивают его брата с женой. Под подозрением вновь оказывается Астафьев. Его вынуждают заключить тайную сделку с милицией, организовывают показной побег и требуют внедриться в самую могущественную банду Горького. Герой должен заманить в ловушку ее главаря Харитона, избавить город от криминала и, наконец, вернуть себе свою жизнь. Главные роли в картине исполнили Андрей Фролов, Алексей Барабаш, Екатерина Климова, Катерина Шпица, Александр Балуев, Михаил Евланов и другие. Премьера сериала «Горький 53» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.